О том, что существует гражданское общество, можно говорить лишь тогда, когда гражданское общество заявляет: это мы хозяева в доме. Вопрос, кто хозяин в доме? Власть или общество? А гражданское общество – это, так сказать, передовой отряд общества вообще, и именно оно правомочно делать такие заявления. Наше общество в подавляющем большинстве, так же, как власть, считает, что все граждане на службе у государства. Вот они его обслуживают. Это совершенно дикая, варварская постановка вопроса, я бы сказал. Вот с моей точки зрения, с этой властью надо говорить так. Вы нелегитимны. Я это знаю, и вы это знаете. Я вовсе не собираюсь прогонять вас путем насилия какого-то или еще чего-то. Но это проблема. Вот проблема страны. Нелегитимная власть.